Грушевое пюре – очень вкусное, полезное лакомство, особенно для детей. В разгар сезона этих фруктов его можно заготовить про запас на зиму. Тогда вы сможете в любой момент полакомиться вкусненьким. 1. Для этого рецепта вам понадобятся ароматные и сочные груши средней спелости. Идеально подойдет сорт «Лесная красавица». Вымойте груши, очистите их от кожуры, удалите сердцевину. Нарежьте плоды на кубики или дольки. 2. В кастрюльку подходящего размера налейте воду или яблочный сок, добавьте лимонную кислоту. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Груши, 15 штук. Вода или яблочный сок, 1/2 стакана. Лимонная кислота, 1 чайная ложка. Сахар, 2 стакана. Ваниль, 1 штука. Стручок. Количество порций 20. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного дня!